Всем привет! Кто меня смотрит? Меня зовут Лилия Донскова. Я хочу вам рассказать о сегодняшней уникальной встрече. Я познакомилась с Юлией Когут. Это очень известный инстаблогер. Она живет в Саратове. У нее более почти 200 тысяч подписчиков, вот так скажу. И вы знаете, мне всегда было интересно познакомиться с таким человеком, вот, который с нуля раскрутился сам. То есть без вложений, с нуля, еще раз повторяю. И вот Юлия дала сегодня нам, вот кто с ней общался, рекомендации. Я хочу с вами поделиться. Я их даже записывала в тетрадку, чтобы не забыть. Потому что я знаю, что самый тупой карандаш лучше самой острой памяти. Итак, поехали. Что Юлия нам рекомендовала? Во-первых, избегать ошибок. Какие ошибки делают люди, которые ведут блоги свои, пытаются привлечь аудиторию? Первая ошибка – это очень слишком человечно. То есть людям неинтересно, когда вы пишете об одном и том же или о том, что слишком банально. Поэтому да, найдите свою уникальность какую-то, вот то, что вам интересно, и об этом пишите. Вот. Что еще нужно? Не только писать вот о себе, да, например, ой, я такая классная, я хожу туда, я делаю это, я вот это умею, я вот это. Это тоже неинтересно, то есть о себе нужно писать изредка, потому что это тоже будет интересно. Но сначала нужно показать свою полезность, то есть найдите, чем вы можете быть полезной аудитории, то есть чему вы можете их научить, подсказать, направить, рекомендовать. То есть подумайте, чем вы можете быть уникальны, и именно эту тему раскручивайте. Вот, что сейчас интересно? Люди любят интересные фотографии. То есть либо она должна быть очень крутая, такая красивая, либо она должна быть необычная, чтобы ее хотелось рассмотреть подетальнее, то есть да, задержаться на ней. Не выкладывайте фотки, сделанные как попало, да, там на тапок сфоткали, или на тетрис, как Юля сказала, и, да, и лепите все подряд. Нет, ребят, делайте все круто, делайте это красиво. Вот, потому что на вас будут подписываться и будут вас читать, если вы действительно будете интересны и полезны. Вот. И еще какая рекомендация? Помните, что вы не можете быть интересны для всех. Как говорится, да, невозможно просто на всех угодить. Поэтому ищите свою целевую аудиторию, тех людей, с которыми у вас будут общие интересы, которым интересны будут ваши мысли и идеи. И последнее напутствие. Будьте честны. Будьте честны и искренни, потому что аудитория, если хоть раз почувствует, что вы где-то там слукавили, переиграли, да, или вы привираете ради своей какой-то выгоды, аудитория от вас бежит, потому что это очень четко чувствуется. Поэтому, что нам пожелала Юлия, это оставайтесь собой, будьте уникальны, показывайте свою уникальность, будьте полезными людям и развивайтесь. Да, это всегда приветствуется. Развивайтесь, будьте креативны. И любите свою аудиторию. Общайтесь с ними, давайте всегда обратную связь открытую. Если люди вам пишут в комментариях, то обязательно на них отвечайте. Вот. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам будет полезно это видео. До встречи уже скоро. Пока-пока!